Боже, это так волнительно, вы себе не представляете. Какую я прелесть сейчас буду распаковывать. Сейчас еще руки порежу, будет все прекрасно. Вот, сейчас мы увидим нашу прелесть от Евгения Винницкого. Что же у нас здесь? Бумажки, бумажки, бумажки. А вот и она. Там все, да? Больше ничего нет? Нет, больше ничего нет. Прелестно. Прелестно. Так, шнурок запутался. Руки дрожат. Ноги дрожат. Так, еще одна пупырка. Вот это я прям боюсь отрезать. Тарот-мания. Как бы это все не порезать-то? Сейчас эти... Напортачу, да? Портачу, не напортачу. Ну, кто нетерпеливый, может отмотать. Ну, тут прям красота, красота. Красота блестит все. Все блестит. Ножи не надо, ножи в кадре. Так, надо погромче, наверное, сделать свет. А вот он у нас... Спэниш Ленорман, Евгений Винницкий, Эльза Хапутниковский. Коробочка с розочкой. Спэниш Ленорман. Е-е-е. Таротмания. Книжечка. Что мы видим в книжечке? Introduction. The cards. Spread of Spanish Oracle Ленорман. Книжечка на английском, но мне дали инструкцию и на русском языке. Прям Евгений Винницкий сам сбросил мне на почту, на мыло, инструкцию по-испански. А это Эльза, expert and author of the book. Вот это у нас расклады, это сам Евгений Винницкий, прекрасный, чудесный Евгений Винницкий, автор. И таро магической корреспонденции, которая у меня есть, и золотая венецианская тоже, но у меня есть маленькая и большая. Книжечку посмотрели, ну что, поехали, достаем. Слушайте, ну какая прелесть, боже мой, смотрите, такой обрез. Сколько всего карт? 36 всего, не 46, как и венецианская. Давайте я вам напомню. Напомню или не напомню? Да, напомню. Вот венецианская. В ней, по-моему, 46, если не больше. Она и потолще будет. Она вот такая. Тоже красивая, любимая. Тоже горячо обожаемая. Ладно, поехали. Венецианская Ленорман. Всадник. Видит все всадника, да? Смотрите. Все на испанском языке, да, я так понимаю. Клевер. Они чуть-чуть склеиваются. Клевер. Ну, прям. Корабль. Все, я влюбилась. Я окончательно влюбилась. На каждой карте есть. Игральные карты изображены. Дом. La casa. Дерево. Заодно испанский выучим. El árbol. Облако. La serpiente. Змея. Надо испанский начать учить точно. Гробик. El ato. Out. Не знаю, по-французски прочитала. Букет. Такой маленький у нас получится обзор. Коса. Ну, что, мыши? Или что, или метла? Мыши летучие, сэр. Птицы. Птички. Ребенок. Что-то чем-то похожий он на Таро сумасшедшего дома, не знаю. Лиса Патрикеевна.
Красота-то какая. Смотрите, какая красота. Бык. Бык. Звезда. Стрела. Аист. Слушайте, как хорошо они прорисованы, как все. Все чудесно. Собачка. Эльперро. Все, сейчас покажу вам, пойду сделаю какой-нибудь пробный расклад. Башня. Сад. Эль жардан. По-французски, по-испански. Жардин, наверное, или ярдин. Гора. Ла Монтана. Это у нас, кажется, развилка. Такая, направо пойдешь, налево пойдешь. Коня потеряешь. Мышки. Мышки. Эль Корасон. Сердце. Love. Так, еще один бык. Так, это должно быть 24, 25, 26. Книга. 27. Письмо, наверное, да? Письмо. Так, наизусть не помню. Мужчина. Женщина. Господи, какая прелесть. Лилии. Эллирио. Солнце. Луна. Нет, это непередаваемо. Слушайте, наверное, в кадре это будет не так прекрасно, как воочию. Ключ. Рыбы. Якорь. И крест. Ну ладно, у меня все. У меня все, девчонки. Пойду сделаю раскладик. Давайте спросим у нее, как ты будешь работать со мной, дорогая. Будешь ли ты со мной работать? Да, говорит, пойдем прогуляемся. Какой ты меня видишь? Рыбка. Рыбка, говорит, ты моя. Вижу тебя. Вижу тебя хорошенькой такой, глазастенькой. Ну ладно, пусть у нас с ней все получится, пусть у вас тоже все получится, мои дорогие. Желаю вам хорошего вечера. Всех люблю, целую. Вот у нас карты от Евгения Винницкого, Тарот Мания, испанский Ленорман со мной. Как же я счастлива. Если бы вы знали, как я счастлива, Господи.